четвертая часть партии ритм-гитары для «Пиратов Карибского моря». Начинается все с аккорда ре минор, ДМ. И первое предложение, которое состоит из четырех аккордов, звучит так. Зажимаем первый аккорд, ре минор. В правой руке играем. Здесь у нас третья, первая, и мизинцем зажимаем вторую. В правой руке играем большим пальцем четвертую, указательным третью, и две первых струны вместе, средним и безымянным пальцами. Четвертая, третья, и две первых струны вместе. Теперь зажимаем аккорд до мажор в левой руке, третьим пальцем пятую, вторым пальцем четвертую и первым пальцем вторую струну. В правой руке играем большим пальцем пятую, указательным четвертую и две струны, третью и вторую, вместе, средним и безымянным пальцами. В правой руке на втором аккорде мы делаем то же самое, что и на первом аккорде, но поднимаемся уже с четырех первых струн на пятую, четвертую, третью и вторую. Первый аккорд. Обратите внимание, что в левой руке струны я зажимаю последовательно. То есть я не ставлю весь аккорд сразу. Играя первый аккорд, я дергаю четвертую, дальше зажимаю третью, дергаю ее. Дальше ставлю два пальца на вторую и на первую струну и дергаю их. На втором аккорде сначала ставлю пятую, играю, добавляю четвертую, играю, добавляю первый палец на вторую, в правой руке дергаю третью и вторую струны. Теперь аккорд с баре на первом ладу, он называется фа мажор, аккорд F. Если у вас прием баре получается не очень хорошо, посмотрите обязательно видеоурок на нашем сайте, который посвящен именно этому приему. Ставим сначала одно баре. Большим пальцем играем шестую. Когда играем шестую, то после удара по струне соскальзываем на пятую струну. Далее зажимаем третьим пальцем пятую. Дергаем в правой руке большим. Зажимаем мизинцем четвертую струну и средним пальцем третью струну. Когда зажимаем третью струну средним пальцем, то в правой руке пальцами МА, средним и безымянным, дергаем третью и вторую струны вместе. Зажимаем баре, бьем по шестой, соскальзывая на пятую. Дальше зажимаем пятую, играем опять большим пальцем. Теперь четвертую, указательным пальцем. Дальше ставим палец второй на третью струну и дергаем вместе в правой руке третью и вторую. Далее опять повторяется аккорд до мажор, и у аккорда фа мажор, который мы зажимали с баре, и аккорда до мажор общая пятая струна. Поэтому третий палец мы здесь оставляем на пятой струне. Начинаем играть и играем то же самое, как мы играли уже на аккорде до мажор, который у нас встречался в первый раз после аккорда ДМ. Кстати говоря, здесь тоже можно оставить пятую струну. Пальчик держим, разворачиваемся на нем и зажимаем баре. Опять третий палец оставляем на пятый и возвращаемся на аккорд до мажор. Thank you.
Это было первое предложение, 4 аккорда. Теперь второе предложение. Опять начинаем с аккорда ре минор. Играем все то же самое, что и в начале. Четвертую, третью, две струны вместе. Теперь аккорд, который называется ля мажор, а. Зажимаем первым пальцем четвертую струну на втором ладу, вторым пальцем третью и третьим пальцем безымянным зажимаем вторую струну. Играем большим пальцем пятую, соскальзываем на четвертую. Дальше играем большим пальцем четвертую, указательным третью и две первые струны вместе пальцами М, А. Второе предложение. У первого и у второго аккорда во втором предложении есть тоже общая нота. Она находится на третьей струне на втором ладу и зажимается средним пальцем. Поэтому мы играем первый аккорд ре минор. Поднимаем все пальцы, кроме среднего. Разворачиваем руку. И дальше играем пятую, четвертую, третью и две первых струны вместе. Все три пальца прижимают четвертую, третью и вторую на втором ладу. После этого возвращаемся опять на аккорд ре минор, на самый первый. Играем точно так же. И теперь играем аккорд ре минор еще раз, но уже немного по-другому. Это конец второго предложения, четвертый аккорд. Держим аккорд ре минор. Большим пальцем проводим по четырем струнам. Дальше дергаем третью, указательным и вторую. Теперь третье предложение. Еще четыре аккорда. Начинается все с аккорда опять ре минор. Играем точно так же. Дальше повторяется аккорд до мажор С, как в начале у нас был второй аккорд. Также повторяется аккорд фа мажор с баре. Получается, что в третьем предложении повторяются три первых аккорда из первого предложения. А четвертый аккорд меняется, и он меняется на аккорд, который называется си бемоль мажор. Итак, третье предложение. Аккорд ре минор, аккорд до мажор, аккорд фа мажор с баре на первом ладу. Теперь баре мы оставляем. Дергаем пятую струну и добавляем четвертую струну на третий лад. Третью на третий лад и мизинец на вторую струну на третий лад. Четвертая, третья, здесь вторая. В правой руке я дергаю пятую, четвертую указательно и третью и вторую вместе безымянным и средним пальцами. Теперь четвертое предложение. Здесь мы играем первый аккорд опять, аккорд ре минор. Четвертое, третье, две первых струны вместе. Теперь поднимаем все пальцы, кроме мизинца. Разворачиваем все рукой. И зажимаем вторым пальцем шестую, а третьим пальцем третью струну на третьем ладу. Здесь играем большим пальцем шестую, указательным пальцем четвертую открытую и две струны, третью и вторую, одновременно пальцами М, А, средним и безымянным. Далее аккорд ля мажор, три пальца на одном ладу на втором, четвертая, третья и вторая струны. В правой руке играем большим пальцем пятую, указательным пальцем четвертую и пальцами МА, средним и безымянным, третью и вторую струны одновременно. Четвертое предложение. Первый аккорд. Поднимаем.
сжимаем все пальцы, кроме мизинца, поворачиваем руку, зажимаем вторым пальцем шестую, дальше играем четвертую открытую, добавляем третий палец на третью струну, на третий лад, и дергаем третью и вторую струны вместе, средним и безымянным пальцами. Дальше играем пятую открытую, зажимаем четвертую, на втором ладу играем ее, и ставим два пальчика на вторую и третью струны на втором ладу. Дергаем их одновременно пальцами М, А. Пятую, четвертую, третью, вторую вместе. И в конце этой части, в конце этого предложения, мы оставляем аккорд ля мажор и опять начинаем играть боем. Делаем три удара сверху вниз указательным пальцем.